22 марта ежегодно во всем мире отмечается День водных ресурсов. Этот праздник – особая дата для всех предприятий группы «Русгидро». Ежегодно во всех регионах присутствие компании от Северного Кавказа до Дальнего Востока проходит мероприятие, направленное на освещение перспектив развития возобновляемых источников энергии и популяризацию идей защиты водных ресурсов. Чувашская энергосбытовая компания, которая входит в группу «Русгидро», совместно с Национальной библиотекой Чувашской Республики организовала тематический урок воды для учеников 4-й столичной гимназии. Значение воды очень важно в нашей жизни. Нужно бережно к ней относиться. Ученики 4-й гимназии Чебоксар с интересом слушали о роли воды в жизни человека и важности бережного отношения к водным ресурсам. Энергетики рассказали о том, в каком виде вода встречается в природе, для чего используется, как с ее помощью получают электроэнергию, как она приходит в дома, кто ей в этом помогает. Сами школьники активно участвовали в обсуждении и отвечали на заданные вопросы. Чувашская энергосбытовая компания ежегодно проводит различные эколого-просветительские акции, посвященные защите водных запасов и сбережению электроэнергии. Большая их часть адресована детям и подросткам, чтобы они с ранних лет росли грамотными потребителями природных ресурсов.